В Карачаево-Черкесии начался прием заявок для участия в конкурсе «Лучший дом, лучший двор». Всероссийский конкурс благоустройства проводится в республике во второй раз в 2022 году. Среди победителей и призеров были дома и микрорайоны Черкесского, Джигуты и поселка Московского. Тогда жители проявили активность и самостоятельно благоустроили прилегающую к своим многоэтажкам территорию. В этом году изменился перечень номинаций, а все поступившие заявки сразу будут выставлены на всенародное голосование. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов призвал граждан принять участие в конкурсах лучших практик управления многоквартирными домами, которые проводятся в рамках проекта «Единая Россия».